Да, бедновато. Пьедестал. О нет, она забрала камень. Башня поглощает энергию камня. Что-то происходит. Она движется? Движется! Она знает, что делать. Камень сослужил свою службу. Мы выполняем заклинание Тюра. И что теперь? Ну, не знаю, брат. Но мы сюда добрались, худшие уже позади. Запах не... Нет, ошибся насчет худшего. Мы... О, похоже на Альфхейм. Они идут. Oh, my God.
же! Один заподозрил, что гиганты втайне хранят часть первородной субстанции, из которой были созданы все миры. Камень единства должно быть тоже из нее. Тяжко же им было, раз они доверились чужаку, даже если это Тю. А еще можно зажечь все жаровни и посмотреть, что будет. Еще имя. Гондул. Еще одна валькирия. Это не совпадение. Но кто вырезал их на светильниках Тюра? Что Брок и Синдри все же сумели поладить. Теперь они раздражают еще больше. Зато как приятно видеть, что они доверяют друг другу. Go!
нашли! Ha!
почему ты служил Одину, если он так ужасен? Хватит. Никаких историй в пути. Надо за дорогой следить. Я его понимаю. Я потом закончу. На мемориал Валькирии. Мимир, почему ты служил Одину, если он так ужасен? Так ради карьеры же. Хочешь состояться как советник короля, приходится иметь дело со всякими психами. А что делать? Хороших мест мало? Мой первый хозяин был жесток, но с ним я научился прибегать к силе ума, что помогло мне потом на службе у королей и богов. Я был чуть старше тебя, мальчиком на побегушках и придворным шутом короля-фей. По ночам мы с друзьями веселились в лесу. Нас звали проказниками и озорными духами леса. Чего мы только не творили. Дурили встречных людей. И пока нашего хозяина веселили эти проказы, нам все сходило с рук. Но однажды ему надоело, и я понял, что мне пора. К счастью, годы превратили меня из веселого проходимца в образец добродетели, который ты сегодня, собственно, видишь перед собой. Вот это находка. Еще имя. Эйр. Кто-то сделал это, потому что любил валькирий. Кто же? Может, королева?
Как ты оказался в этих краях? В жизни каждого бывает момент, когда он меняет имя и идет на север, чтобы начать все заново. Если прожить достаточно долго, можно уйти очень далеко на север и оказаться здесь. К моменту нашего знакомства я уже знал... о репутации Одина и решил сразу продемонстрировать ему то, что он точно оценит. Таинственный колодец знаний. То есть обычный колодец и хорошую порцию таинственных грибов, чтобы Бог увидел все, что надо. Он был очень впечатлен. Не знаю, что он такое увидел, раз попытался вырвать себе глаза, но я успел помешать ему это проделать. Позже я убедил его, что это была его жертва ради обретения высшей формы видения. Ну и все такое прочее. И я думал, что он поверил. Но потом он забрал глаз у меня, и я понял, что его не проведешь. Он знал, что я его обхитрил, счел это уроком и взял меня на работу, чтобы я был на его стороне. И долгое время так и было. Но он все равно затаил на меня злобу. Причалим здесь. Здорово! Всю
Ha!
Жаль, что они слабые. Странно, да?
Яблони. Мимир, я не понимаю, почему ты решил служить Одину? Тогда я был молод и имел амбиции. Асы обладали невиданной силой, но им явно не хватало стратегии, собранности и мудрого совета. И все это я мог им обеспечить. И так бродяга из далекой глуши оказался советником Одина, которому тот доверял чуть ли не как себе. И такая власть, парень, надо признать, дает свои преимущества. Да, но он же Один. Я не был совершенством, парень, но я был умен, даже слишком умен. Почему Один так на тебя разозлился? Долгое время я просто помогал Одину, и это у меня получалось блестяще. С годами я стал больше думать о мире, и моей задачей стало сдерживать Одина. Защищать от него самого. Я служил миру, но и Одину тоже, это правда. Но он счел это предательством. Он мне больше не доверял, но и терять мой ум не хотел. Поэтому он заключил меня в дерево, стал приходить и пытать меня. Хорошо, что пришли мы и отрубили тебе голову. Да, парень. Уж я-то как рад.
это ведь был дракон Бальдра, да? Да. И ты его убил, чтобы спасти меня? Настоящий подвиг. Что это? Если я не ошибаюсь, мы не закончили историю о великане Бергельмире. А, да. Я помню его алтарь. Там все смотрелось повеселее, чем у других. В целом. Все началось в океане крови. Наконец-то интересная история. Если помнишь, Эмир, первый великан, был заколот копьем Одина. Все начинается в его крови. Волшебные внутренности Эмира вырвались наружу с таким напором, что чуть не потопили все.
Йотуны были не готовы к тому, что их всех смоет бесконечным потоком. Не только Ймир, но и все великаны могли быть разом уничтожены. И так Один должен был одержать победу. Но в тот день погиб не весь род Ймира. Ледяной великан Бергельмир и его жена спаслись, уцепились за пустой ствол дерева. Они плыли много недель, пока, наконец, не достигли новой земли. Землю они назвали Йотунхейм и начали все заново. Они плодились и размножались. При них Йотунхейм стал царством, где великаны были сами себе хозяевами и не подчинялись более никому. Бергельмир никогда не пытался отомстить Одину. Его местью стало процветание великанов. Он умер в мире, окруженный бесчисленными отпрысками. А имя ему в веках – Бергельмир Любимый. Бергельмир Любимый. Впервые слышу, чтобы история так заканчивалась. Хотя это все равно неправда. Редкий случай. Еще имя. Олрун. А зачем волшебные руны? Может, мы должны найти что-то в Муспельхейме и Нифльхейме?
Стой!